play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean, hug the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, dance with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, sway with me, stay with me. Other dances may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. Well, this way I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill is only you know how. Sway me smooth, sway me may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic to keep. Well, this way I go weak, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill is only you know how. Sway me smooth, браво. Согласна, браво, это было браво. Великолепно. Мы не удержались. Ну, представляю скорее, кто. Друзья, так что тут представлять? Легенда отечественной сцены и красноярской в том числе, Надежда Кармаева, солистка Красноярского музыкального театра. Добрый уже практически день. Да, практически добрый день. Очень рада вас всех видеть. Особенно наших телезрителей. С вами. Особенно, конечно, ваших и наших телезрителей. Не просто так мы собрались. Уже 25 апреля, если нам не изменяет память. Совсем чуть-чуть осталось. Будет самый настоящий сольный концерт. Да. Первое настоящее. Есть такое дело. Самый мой первый и самый, что ни на есть, настоящий первый концерт 25 апреля на сцене Красноярского музыкального театра. Хотите что-то узнать о нем? Конечно, хотим. Почему я вообще? Так подозреваю, это первое настоящее, это неспроста такое название, это просто, я так понимаю, это будут песни, которые вы будете петь вне образа, что называется, первый раз. Кстати, да, хороший ход мысли, интересный. На самом деле в этом названии очень много значений заложено. И, конечно, самое истинное значение, оно раскроется только для тех зрителей, кто придет на мой концерт непосредственно. Такое одно из поверхностных значений – это то, что это мой самый первый сольный концерт, я буду там настоящее. Но не то чтобы вне образов, а, наверное, я буду в тех образах, которые наибольшим образом во мне отзываются и меня характеризуют как личность, как артистку. Это будут и полюбившиеся уже зрителям образы из мюзиклов, из наших, которые идут, из мюзикла «Винил», из лайт-оперы «Мертвые души». Также образы из сказок будут тоже в том числе. Также это будут песни из мировой мюзикловой классики, если можно так сказать, и какой-то зарубежной эстрады. В общем, вся та музыка, которая вот именно меня характеризует и покажет зрителям, а какая же я. Ну почему? Почему все-таки решились на сольный концерт? Накопилось, как говорится. Уже хватит это терпеть, нужно выходить.
выходить на сольный уровень? Дело в том, что на сольный уровень я вышла уже давно, как только стала солисткой Красноярского музыкального театра. Наверное, да, в жизни каждого артиста, да не только в жизни каждого человека, наступает такой момент, когда хочется вот отчеркнуть, да, поставить такую линию провести и сказать, да, что вот уже много сделано. Ну, наверное, еще больше ждет впереди, но вот какую-то линию провести и поделиться вот тем, что мною сделано, конечно, какие-то накопившиеся чувства, эмоции за это время, они есть. И хочется этим поделиться. А помимо прекрасной вас, на концерте еще кто-то будет помогать? Будут прекрасные солисты. Это Александр Белопашенцев, это солист нашего Красноярского музыкального театра. Будут сюрпризы, да, сейчас такие личности, о которых я не буду говорить, чтобы немножечко заинтриговать зрителей. Дмитрий Злобин, всеми любимый. Рустам Исанов. Конечно же, это хор и балет нашего театра. И, конечно же, это хореографическая студия «Экспрессия» под руководством Насти Киренковой, я думаю, тоже всеми известная в городе. Это такая огромная-огромная команда профессионалов. Концерт будет проходить в сопровождении оркестра под управлением Валерия Николаевича Шелепова. Режиссер Валерий Бурдик, он у вас не раз здесь был, по-моему, уже такой постоянный гость вашей программы. В общем, все эти прекрасные, талантливые люди мне помогают, поэтому я уверена, что мой концерт обречен на успех с такими людьми. Ну и мы желаем, в свою очередь, вам успеха и аншлага на этом концерте. И, естественно, больших, развивающихся по ветру успехов творческих. Давайте пароли явки все напомним в конце нашей беседы. 25 апреля в 19:00 на сцене Красноярского музыкального театра мой сольный концерт «Первое настоящее». Друзья, все отправляемся именно туда и наслаждаемся первой настоящей Надеждой Кармаевой, солисткой Красноярского музыкального театра. А сегодня у нас в студии, наши аплодисменты ей. Вам огромное спасибо. Вы великолепны. Спасибо.